Отель GG Beach. Железная дорога проходит. Стандартные номера выходят вид на железную дорогу. И сразу же рецепция отеля. Отель совершенно новый. Открылся в 2017 году. Чистая простора. Есть один бассейн для детей. Есть основной бассейн. Три бара, два ресторана. Спа, тренажерный зал. Один аниматор есть. Wi-Fi по всей территории. Это регион Батувы, но ближе к городу Бонадура. Коломбо, где-то, наверное, минут 40 езды. Территории, в принципе, нет своей в отеле. Тут рецепция и тут сразу же выход на пляж. Оборудованный пляж, есть небольшая детская горочка. Отлично. Номер в отеле. Небольшой санузел по площади. В светлых тонах. Уютно, комфортно, чисто. Отель только открылся в 2017 году. Халат, тапочки, мини-бар. Сейф, чайный набор, кофейный набор, это все есть в номере. Это номер Deluxe Ocean View. Шикарный вид на океан, с другой стороны железная дорога. Поэтому рекомендую только брать Ocean View с балкончиком.